Каждый день мы предлагаем один главный товар по исключительно низкой цене. Действительный всего одни сутки. Эта цена только сегодня. Для вас мы расскажем настоящие сказки Шахерезады, женщины Востока. Знаешь, вот всегда считается, что женщины Востока самые загадочные, да. Как ты уже правильно сказала, самые мудрые. И на Востоке женщины духи используют исключительно масляные, представляете? И такие духи сегодня у нас являются абсолютным, эксклюзивным предложением только на телеканале Shop & Show. Как вы относитесь к нишевым ароматам, очень стойким, очень насыщенным, которые держатся невероятно долго, очень экономные, которые можно всегда взять с собой? Капельку любимых духов нанести на кожу с помощью ролика, и эта маслянистая текстура дарит нам с вами невероятный шлейф. Насыщенные духи, которые называются «Золотой век», это восточная парфюмерия. 5 в 1. Набор масляных духов «Золотой век» 5 в 1. 5 разных восточных ароматов по эксклюзивной цене 999 рублей. Таких духов нужно гораздо меньше, я имею в виду по объему, для того, чтобы аромат был стойким и насыщенным долгое время. Ну что ж, первый аромат, который я держу в руках, Desire, это страстный, роскошный, амбровый аромат с ярким восточным переплетением. Посмотрите, вот он, блеск Востока, посмотрите. Дальше у нас еще есть с вами аромат Jane Yu. Так, сейчас я его найду. Вот он у меня, Ринда, у меня. Вы знаете, он свежий, травяной, я уже успела его немножечко послушать. Послушай. Это просто свежий, травяной, да, с горьковатыми оттенками осеннего леса, знаете, раскрывающий едва уловимые цветочно-цитрусовые акценты и оттенки. Немножко такой, знаете, громкий аромат, я бы так сказала. Угу. Заявляющий о себе. Да, заявляющий о себе. То есть женщину, которая нанесет вот такие масляные духи именно в аромате, о котором мы сейчас с вами говорили, ее сразу будет видно из толпы. Давай двигаться далее, у нас сегодня есть так, несколько Визаль. Ароматов. Визаль у меня, я его уже тоже послушала. Чувственный, мягко обволакивающий, это здесь мускус, главная нотка мускуса. Его обожают восточные парфюмеры, всегда используют в своих ароматах. И это женщина-загадка однозначно, женщина, которая в себе какую-то тайну хранит. Так, еще один тенденс, здесь же он у нас с вами. Этот аромат глубокий и спокойный, можно считать его классическим, здесь древесные композиции. И здесь есть капелька лаванды, которая дарит нам с вами нежность. Древесина и лаванда – это сочетание просто необыкновенное. Абсолютно точно. Вы знаете, еще мне один вот, у нас. Мне вот этот больше всего нравится, это Патронус, потому что он просто невероятен. Он сладкий. Это аромат для настоящих гурманок. Вы знаете, не просто так женщины выбирают те или иные ароматы. Мне нравятся сладкие, мне нравятся слегка тяжелые ароматы. Кому-то безумно нравятся цитрусовые, кому-то горьковатые, они хотят выделяться из толпы. Какой выберете для себя, вы решать только вам. Арин, ты вот знаешь, что восточные женщины, они вообще и раньше, и сейчас славятся своей гостеприимственностью, своей щедростью. И вот сегодня орел щедрости вам дарит телеканал Shop & Show. Вот знаешь, я тебе что хочу сказать? Вот у меня вообще в таких маленьких тюбиках именно масляные духи. Мама очень любит брать с собой в отпуск. Угу. Она говорит, что они намного устойчивее. То есть она говорит, прям достаточно вот так вот капельку, угу. Говорит, даже не надо, говорит, размазывать, угу. Капельку просто капни на запястье, говорит, и ты будешь пахнуть целые сутки. И действительно, знаешь, она вечером, там, когда мы выходим, допустим, в отпуске, куда-то в ресторан идем, она капельку наносит, и знаешь, когда мы просыпаемся с утра, идем уже, допустим, на пляж, я говорю, мам, ты что, с утра опять душилась, ну, духами? Она говорит, нет, я вчера капельку нанесла, вот что значит масляные духи. А вообще, я хочу сказать, что вот у маслянистых духов очень много поклонниц, и некоторые женщины, вот у меня подруга, она предпочитает исключительно такой формат духов. Она говорит, что
она не любит вот эти большие флаконы, объемные, да. Она любит насыщенный аромат, стойкий. Масляные духи очень стойкие, гораздо более стойкие, чем остальные. Вот, Арина, ты, знаешь, вот я всегда задумываюсь, вот если такой маленький тюбик, я просто не знаю, я на себя тонну всегда выливаю. А у тебя не было? У меня были масляные духи. Быстро закончились или нет? Нет, на самом деле нет. Действительно, этих духов нужно гораздо меньше. Одна капелька вот достаточно для того, что уже появился аромат. Вы попробуйте, вы поймете, о чем мы говорим. Когда вы нанесете пару вот таких вот мазков буквально на свою шею, на пульсирующие точки, может быть, за ушко, уже достаточно. Я, знаете, этого набора, ну вот по статистике такая средняя продолжительность, это на год вам хватит такого набора. Поэтому это очень экономичный вариант, который можно носить с собой. Восточная сказка – это загадочный аромат, это золотой век. Знаешь, я вот смотрела этот сериал, который все смотрели, «Великолепный век», по-моему, называется. Я отрывками смотрела. Вот, его как все хвалят. И вот восточные женщины, они особенные. Ты знаешь, на Востоке же практически не бывает разводов, да, крепкие семьи. А знаешь почему? Очень долго. Потому что у женщин правильные духи. Правильные духи, плюс еще восточные женщины, они же всегда используют феромоны. О, точно, я забыла про наши феромоны. Феромоны идеально подходят, ну, совместимости с любыми ароматами. У нас вопрос из колл-центра. Давайте еще раз посмотрим, что за ароматы. Я вас понимаю, когда вы заказываете дистанционно, хочется понимать. Давайте посмотрим на все ноты, которые есть в нашем наборе. Итак, Desire. Desire – это аромат очень стойкий, маслянистая также у нас с вами текстура. Это тубероза, это цветочная композиция, конечно же, для ярких представительниц. Ваниль и корица, и гвоздика – это средние ноты, которые мы сразу же потом с вами чувствуем, они раскрываются следующими. И база – амбра, страстный, роскошный амбровый аромат. Очень-очень стойкие духи считаются восточными. Поэтому, выбирая сегодня этот набор, вы выбираете духи себе прямо на год запас. Сколько у тебя духов? Не знаю, сейчас стоит где-то флакона 3, наверное. Вот для меня 5 это идеальное количество духов. 5, да, считаешь? Вот я даже, я вот, да, вот как только заканчивается один, я уже сразу себя неуютно чувствую. Я сейчас считаю, что... А, кстати, у моей знакомой 30 духов. 30? Представляете, в коллекции? Когда она ему успевает пользоваться? Я не знаю, мне кажется... Знаешь, почему у меня 3, Арин? Потому что вот у меня есть один любимый свой аромат, которым я каждый день, да? Постоянно. Да, постоянно пользуюсь. И еще 2, которые какие-то для особых случаев. Допустим, там муж приглашает на свидание. Или иду там с девочками куда-то. Вечером, да, встретиться на прогулку, или есть какие-то корпоративы, там, мероприятия важные, да, там, у мужа на работе какие-то, вот для такие ароматы. Пять в одном. Пять в одном. Пять ароматов, представляете, совершенно разных восточных ароматов.